Уважаемый Сергей Кожугетович, уважаемые друзья, для вас сегодня, безусловно, примечательный день, знаменательный. Вы решили и создали уже политическое движение. Для этого есть все основания. Блок единства не только себя хорошо зарекомендовал в процессе предвыборной борьбы в Думу, но и совершенно неожиданным образом для многих одержал победу, без всяких на то сомнений. Но ничего неожиданного, если посмотреть повнимательнее, в этом не было. Вы шли на выборы с определенными идеями, с определенной позицией, и именно эти идеи и именно эта позиция оказались созвучны основной массе населения страны. Вы смогли почувствовать так называемый избирательный нерв, показать настрой на совместное решение насущных проблем России. Такой подход, как оказался востребованным временем и подавляющим большинством жителей России. Люди ждут от политиков работы, и вам поверили. На самом деле это и есть основная победа. Я выступаю здесь на съезде, потому что болел за единство и рассчитывал на вашу победу на выборах. Спасибо. Нам всем действительно нужна надежная и работоспособная фракция в новой Государственной Думе. Задачи, которые сегодня стоят перед страной, можно решать только вместе с законодательной властью. Только сотрудничая и помогая друг другу. И мы не ошиблись. Вы уже показали, что способны конструктивно и гибко работать в высшем законодательном органе страны. Исполнительная власть может рассчитывать на вашу поддержку, на ваше плечо. Это хороший задел для дальнейшей совместной работы. Любой кандидат в президенты должен рассчитывать на поддержку не только одного движения, конечно, но и на широкий спектр политических сил в стране, сил, болеющих за судьбы России и работающих на ее национальное достоинство. Но нас всех могут и должны объединить общие цели. Новое качество жизни, национальное достоинство и прогресс страны, в которой мы живем. И в этой работе мы будем опираться на самый широкий спектр мнений в российском обществе. Последнее десятилетие политический процесс в России шел под знаком борьбы двух идеологий, двух мировоззрений. Общество было разделено на два лагеря, часто, к сожалению, непримиримых. И мы не раз из-за этого подходили к краю пропасти. Это было на самом деле очень часто, во всяком случае, думаю, что вы со мной согласитесь, даже не борьба мнений. Это была борьба на уничтожение. И неоднократно мы были свидетелями такого негативного развития процессов в стране. Сегодня исчерпанность политической конфронтации очевидна. Наш курс только объединительный. Мы собираемся так поставить дело, чтобы выиграли все. Во всяком случае, нужно к этому стремиться. Ведь все, кто живет в России, имеют равное право на спокойную и достойную жизнь на нашей земле. Сегодня мы не просто учимся слушать и слышать друг друга. Мы реально ищем общие ценности, способные стать опорой государства. Опорой развития, опорой мощного национального духа. Гражданам России надоела идейная война. Они ждут от власти политической воли, настойчивости в доведении начатых дел. И сами готовы активно включиться в эту работу. Возвращается вера людей в эффективную власть. Возвращается вера людей в самих себя. Ни у кого из нас нет права обмануть эти ожидания. Вы знаете, на самом деле ожидания огромные. Я уверен, что вы это чувствуете. Мы не вправе их обмануть. Наша настоящая политическая работа, совместная и ваша прежде всего, она только начинается. Многие считают, блок единства был создан под решение конкретной задачи – победы на выборах.
Отчасти это так. Правда, я уже об этом сказал. Но ваш съезд сегодня доказывает, задача единства – двигаться дальше вперед. Они реальные, абсолютно реальные. Строительство серьезное, крепкой партии, о чем сегодня говорил Сергей Кожугетович, способные отстаивать свою позицию, дело трудное. Это задача действительно государственного масштаба. Я не побоюсь этого слова, это просто историческая задача для России. В России уже есть многопартийность, она реальна. Действует более 200 партий. 200. Однако работающая партийная система явно не сложилась. Именно в силу того, что их 200. Нам не хватает авторитетных, системообразующих партий, вокруг которых могло бы сплотиться большинство россиян. Если партии слабы и не развиты, им в политическом процессе тут же находится замена, суррогат, в виде различных групп влияния и просто своих людей при власти, на время прислонившихся к власти. Хочу обратить на это ваше внимание. Одна из самых главных проблем современной России. Одна из самых главных проблем и в экономике, и в политической сфере. Извините, и в политической сфере. Еще для очень многих партийная активность что-то вроде моды на политику. Далеко не все отдают себе отчет в том, что это трудная работа. Но главная причина неразвитости политической системы, она в полную силу не востребована. По-настоящему не востребована ни людьми, ни государственными институтами. Ждать дальше, когда ситуация изменится сама собой, неправильно. Надо создавать условия, при которых в России, наконец, появится несколько общенациональных, идейно оформленных партий современного типа. Можно как угодно относиться к коммунистической идеологии, можно критиковать или быть сторонником, но нельзя не признать, что одна системообразующая партия в России уже есть. Надеюсь, что и единство станет по-настоящему представительной, крупной и устойчивой политической силой. Будет реально влиять на судьбы страны и ее отдельных регионов. Реально влиять. Но партии только тогда могут быть партиями, когда они формируют систему идей, которые прорастают в само общество. Когда предлагаемые ими ценности восприняты и поддержаны миллионами людей. Когда они сильнее административных приемов и власти денег. Беспомощность партийной системы перед лицом как властных, так и корпоративных институтов должна остаться в прошлом. Но реальное влияние в обществе может иметь лишь небольшое количество партий. И это по-другому невозможно. На практике по-другому просто невозможно. Работающая система – это двух-трехпартийная, ну, четырехпартийная система. Это, конечно, не значит, что мелкие партии останутся вне влияния на государственную жизнь. Думаю, в нашей стране работы хватит всем, в том числе и политической области, политической работы. У нас уже были попытки создать партии с мощной поддержкой власти, но их успех зависел в основном от представительства лидеров партии в исполнительных структурах. В итоге партии власти становились партиями чиновников, а уход лидеров из официальной вертикали мгновенно разрушал всю партийную конструкцию. Сегодня важно не повторить эти ошибки. Они плоды сиюминутных задач. Нам же давно пора обдумывать и выработать уже пора долгосрочную стратегию, создать новую эффективную политику, в основе которой должна быть достойная жизнь гражданина России. Нужно вернуть людям ощущение гражданского достоинства. Сделать это без солидных и авторитетных партий, конечно, нельзя. Так же, как создать подлинные партии без активного участия граждан, тоже нельзя. Убежден, люди поддержат лишь те партии, которые на деле будут отстаивать их интересы. И покажут, что пути, средства, методы, которые они предлагают для решения этой задачи, эффективнее, чем те, которые предлагаются их конкурентами. Часто можно слышать, политика – это грязное дело. Но делают ее грязной сами люди.
Какие люди, такая и политика. Известно, если сегодня у власти нет чести, завтра у народа не будет будущего и хлеба. Нам в России предстоит доказать, что нравственность власти – высота абсолютно достижимая для России. Абсолютно достижимая. Мы должны отдавать отчет себе в том, что эффективная политическая система – это задача, которая не на один день, задача, которая не решается с сегодня на завтра. Но мы вместе такую задачу обязательно решим. У нас есть для этого все основания, все возможности. И самое главное, есть вера простого российского человека в том, что мы эту задачу с вами обязательно решим и добьемся ее решения. Повторяю, если будем все вместе. Я желаю вам успешной работы. Спасибо большое.